Глава 9. Книги притчи Соломоновых. Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу, послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: «Кто неразумен, обратись сюда». И скуда умному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума. Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого — пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя». Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знание. Начало мудрости — страх Господень, и познание святого — разум. Потому что через меня умножаются дни твои, умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. Если ты мудр, то мудр для себя. Если буен, то один потерпишь. Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями. «Кто глуп, обратись сюда!» И скуда умному сказала она: «Воды краденые сладки, и утаенный хлеб приятен, и он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней, зазванные ею».